Привет, мои хорошие. Я только что заплела себе две косички. Мы с Люшенькой дома. Такой час. Сейчас 9 с лишним. Такой час мы с Люшей дома. Хотя обычно мы гуляем в такое время. Все потому, что сегодня вторник. И Люшенька сегодня поедет к своей Савте. Савта это бабушка. И мы с Ашером поедем на третий скрининг. У нас сегодня третий скрининг, я в рубашке Ашера, я постоянно хожу в рубашках Ашера уже давненечко, только они на меня налазят. Так что мы с Люшей просто балдеем дома, бездельничаем, мне ничего не хочется делать. Какая-то легкая слабость и тренировочные схватки были позавчера у меня в течение дня. Вчера ничего не было, а сегодня с утра опять какое-то такое неприятное ощущение. Поэтому просто дома осталось. Отдыхаю, жду Ашера. Приедет Ашер, увезет Люшу к бабушке. А днем, потом 2 часа у нас скрининг. Вчера крошечке моей исполнилось 31 неделька. Момент родов приближается, и от этого, конечно, настроение улучшается. Все лучше и лучше мне. Ах, такие приятные моменты ожидания, 2 месяца ожидания остались. Причем я понимаю, что роды вторые, они могут произойти и раньше, а могут произойти и в срок, а могут даже быть, и я могу даже и переносить, как некоторые девочки перенашивают своих деток. Хотя Люшеньку мою я родила за 1 день до ПДР. ПДР это дата родов предварительная. У меня на 26 ноября стояла Люшенька, что она должна родиться, а родила я ее 25-го. 24-го поздно вечером началось все, и за 3,5 часа мы родились, но на тот момент уже было 1:40 ночи 25 числа. Я хочу, когда Люшенька поедет к Савте, убрать минимум половину, а то и больше игрушек в шкаф. У меня уже в шкафу лежит огромное количество ее игрушек, но я вижу, что этого было недостаточно. Нужно убрать еще минимум половину, а то и 2/3 от всего. И тогда не будет такого бардака. Люшка у меня, конечно, любитель все разбросать. И мало того, что по салону сейчас эти игрушки и на кухне, и в коридоре, и в туалетах, и в кабинете, повсюду, что уже даже не пройти. И она не может прокатиться на вот этом своем мотоцикле, потому что повсюду игрушки, книжки, мне приходится быстренько расчищать все по бокам, чтобы она могла проехать. Я вообще такой человек, мне нужно настроиться. Вот я настроилась, что заранее, что сегодня, например, я пойду с утра с Люшенькой в парк, потом мне надо там погладить, поприготовить, сделать стирку, убраться в доме. У меня все эти планы работают, когда я заранее себе их планирую в голове. И вот такой вот я человек. Если у меня планов нет, то я вообще ни хрена делать не буду. И на сегодняшнее утро у меня планов не было, потому что Люша поедет к бабушке все равно. И я решила, что не пойду гулять с Люшенькой. Люша погуляет с дедушкой, он ее выводит на улицу тоже там вокруг дома. Позвонил мне Ашер, сказал, что он уже едет. А я решила таки все-таки стирку я сделала. Сейчас я ее развешу и поглажу то, что там у меня замотано. И как только Ашер заберет Люшеньку к бабушке, я буду мыть пол. Здесь у меня спрятан Люшенькин друг, который называется... Бимбо. Ты будешь маме помогать? Давай. Да. Спасибо. Спасибо. Скоро папа приедет, Люша. Поедешь к Савте. Сейчас мы откачаем. Это тяжелое. Давай что-нибудь поменьше. Поменьше. Давай другие вещи. Давай. Спасибо. Умница. Ай, какая у меня помощница растет хорошая. Спасибо, Люша, спасибо. Умница, Лия, молодец. Привет, ты маме помогаешь? Да. Ладно, я пошла гладить, ты пойдешь со мной? Пошли со мной. Да. Ло. No, but I think two masters is not wise. Why? Because you grow up and then we cannot use it. Of course you can. Как? Мы говорим про штанишки, которые нам подарила свекровь Люшеньки. Они оказались немножко большеваты, и они спадают. А where they get reserva? She have the same problem with pants in Joppa like me. Me and mama, we laugh about it so much. We say to each other, I because I put these jeans on her Joppa. And I тут look to my mama, look. Что тут написано наверху с брюд, а? Иша? Неделю разница где-то, не страшно.
Эй, хочешь ты? Откуда? В общем, мы проверились уже. Я надеюсь, что вам видно меня, потому что я сама себя не вижу. Все в порядке. Малыш сейчас весит 1670 грамм. Тьфу-тьфу-тьфу, возможно, он будет не высоким, как папа. Короче, возможно, он не будет высоким, но это не точно. Все нормально, воды у него достаточно. Правда, он до сих пор головка вверх лежит. Но еще есть шансы, что он перевернется как нужно. Люша у меня всегда лежала как нужно. Всегда лежала головушкой вниз. Да ладно, кушай. Это у нас документ от сегодняшнего дня. Описание все и фотографии. И мы уже едем домой. Пускай Ашер возьмет документы к свекрам. Пускай они посмотрят тоже. О, нахон. Солнечно сегодня, тепло. Да, у меня же сережки. Сейчас покажу, из какого магазина сережки. Орден, да? Орден? Да. Remember Rosenfeld? It's Russian name. Rosenfeld, okay. He's from Ufa. Владелец магазина из Уфы. Старый дедушка. Я безумно голодная. Я себе сейчас вот чай налила. С неполной ложечкой чайной сахара. Я очень люблю такой. Лешу привезли. Че не привез? Лешу 4,5 часа уже. И убежал сразу на работу. Сейчас, говорит, перезвонит мне. Будем обсуждать с ним. Он что-то мне хочет рассказать. Я же убрала большую часть игрушек. Здесь совсем мало осталось. Я отсылала Люшу-то в совсем других штанишках. Но их пришлось снять, потому что они слишком большие на ней. И болтались, и попка вылазила наружу. Очень забавно. Привет, красотка маленькая. Ой. Значит, говорит, Аша поспала она. 40 минут. Это рис теплый еще. И шницель мамин. Обожаю. Я ждала что-то последнюю неделю. На той неделе я подсела, кушала каждый день и очень ждала вторника, чтобы опять мама нам дала шницель. Ой, рис тепленький. Буду кушать сегодня, буду ужинать уже вот этим. Я надеюсь, теперь меньше у нас будет балагана. Одела я Люшеньке тапочки новые. Сегодня отправляла ее с еще одной парой тапочек Moana. Это у нас от Frozen тапочки. Теперь у родителей будут дома, чтобы им было удобно, чтобы они ее обували в тапочки, чтобы ей прежде всего было комфортно не в кроссовках или в сапогах носиться по дому, а в теплых, уютных, красивых тапочках Moana. Все, остаток времени я планирую сейчас просто отдыхать. Никаких важных дел я делать не собираюсь. Буду проводить время со своей дочкой. Будем собирать пазлы, будем играть, может быть, порисуем. Спасибо вам большое, что вы были со мной мой день. Этот мой беременный влог специально для вас. И на память для себя тоже я снимаю. Поэтому увидимся с вами в следующем влоге. Пока-пока.